как кондитеры отмечают Новый год? Ведь ну, на празднике, на праздничном столе всегда много сладкого. А у кондитеров что на новогоднем столе? У нас наш торт, собственно, приготовления. Самый низкокалорийный. Тот торт, который можно. Можно и нам, и всем вам. Он действительно вот низкокалорийный, то есть и даже не потолстеешь потом на утро и никогда. Да, действительно. Потому что мы убрали все самое негативное для нашей фигуры из состава. Оставили только натуральные полезные ингредиенты. Это точно торт, как торт. Он сладкий? Он сладкий, он вкусный. И я вам скажу, многие отзывы наших клиентов, что наши торты гораздо вкуснее и сытнее, ну, к тем, к которым привыкли уже нынешние люди. Ну, то торт на новогоднем столе – это обязательная всегда вещь. А как вы отмечаете Новый год вот так? В семье, с друзьями или в Волгограде, или уезжаете куда-то? Как обычно у вас принято? У нас принято отмечать в Волгограде и в семье. Мы любим город Волгоград. Но в этом году у нас запланировано небольшое путешествие, но об этом мы умолчим. Секрет фирмы. Что можно пожелать волгоградцам, вашим родным, близким, клиентам в 2020 году? Мы хотим пожелать оставаться молодыми, красивыми, здоровыми, радоваться каждому дню, кайфовать от своего отражения в зеркале, чтобы женщины любовались собой, сохраняли, несмотря ни на что, свою вот эту вот молодость, блеск, искру в глазах. А мужчинам просто наслаждаться женщинами, которые рядом с ними. И наслаждаться десертами, которые действительно можно. Ну, если их можно, то как не наслаждаться, действительно. С Новым годом!